Друзья, мы пришли в парк Хуалинг. На улице жарище невыносимое. Днем неохота никуда выходить, потому что не выдержишь эту жару. Так что вечером приходится погулять где-нибудь. Этот парк у нас... Раньше я снимала видео, если вы смотрели. Он пока еще молоденький, можно сказать, годик ему. Так что растительности как таковой мало. Деревья еще не выросли, но со временем, конечно, будет здесь хорошо. В основном люди вечером сюда приходят. Солнце уже не печет. Видите, даже с собачками гуляют. Здесь такой водоемчик. Собачки тоже развлекаются, плавают. А там далеко мостик. Ну, куда она заплыла далеко, собака? Людям, конечно, здесь плавать нельзя. Лягушки поют. Вон она сидит. Здесь есть и эти велосипедные дорожки. Можно покататься на велосипеде. Скамеек тоже много, можно посидеть, отдохнуть. Но я люблю ходить. Территория очень большая, так что можно километры нахаживать. Самолет. Здесь воздушная линия. Далеко аэропорт. А вот там далеко видно Тбилисское море, вернее водохранилище. Уже закат, вечер. Мы хорошо провели время. Уже собираемся домой.